Привет, друзья! С вами Любомир Борода. И сегодня я хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые вы задаете мне под моими видео в YouTube. У меня теперь появились такие вот замечательные бинбеги от компании SouthBags, в которых я могу спокойно сидеть, чтобы мне было хорошо, уютно и комфортно, и общаться с вами, а также с моими собеседниками. Привет, Любомир! Итак, у нас на повестке дня первый вопрос. Почему такой тихий звук? Такой тихий звук у меня в некоторых видео был сделан специально для того, чтобы зритель проявил свое внимание. Потому что когда мы слышим громко, мы можем отвлечься на что-то другое и не так ясно уяснить нужную нам информацию. А когда вы прислушиваетесь, настраиваете, так сказать, свои локаторы, то информация, поданная мной в видео, лучше усваивается на подкорочку. Поэтому я применял такой метод. Хорошо, примем во внимание. Второй вопрос. Тебе больше подойдет успокоительное? Это даже не вопрос, я так понимаю, а утверждение. Тебе больше подойдет успокоительное? О, да, я знаю, что успокоительное мне поможет лучше. И знаете, что я могу сказать? Я очень часто его принимаю, но, наверное, еще пока недостаточно в нужном количестве и в нужных пропорциях. Поэтому, если комментирующий человек мне подскажет рецепт, то я, соответственно, приму его во внимание. Спасибо. С этим мы разобрались. Следующий комментатор нам пишет. Вы очень сильно затягиваете время и отнимаете его у зрителя. Что вы на это скажете, Любомир? Ой, не ругайте меня, пожалуйста. Я постараюсь больше не тратить личное время зрителя и сразу говорить по факту. Я буду брать кусочек паракорда и говорить: вот столько взяли, вот это сплели, до свидания. Понятно, понятно. Итак, переходим к следующему вопросу. Ты сидел? Я и сейчас сижу. Хороший стульчик, скажу я вам. Ты хипстер? Я? Да. Я хипстер. А что, не видно? А можешь ли ты сплести себе трусы из паракорда? Сможешь? Ох, это тоже очень сложный вопрос насчет трусов. Вы знаете, я всегда мечтал сплести трусы из паракорда, но пока мои поиски и познания Гугла не дают никаких результатов. Если спрашивающий в комментариях меня об этом человек подскажет мне примерно хотя бы направление, вектор, где искать информацию о том, как сплести трусы, то я обязательно сплету эти трусы и носки. Понятно. Следующий комментатор советует нам полечить нервы. Полечишь нервы? А по поводу нервов мы уже разговаривали, да, в предыдущем сюжете. Я лечу нервы. Спасибо, что переживаете. Я надеюсь, что вместе у нас все получится. Дальше мы переходим к такому разделу. Он называется уже не вопросы, а утверждения, наверное, или рекомендации. Итак, начнем. Ты мудак. Даже нечего сказать. Возможно, возможно. Ты занимаешься херней. И тут нечего сказать. Возможно, возможно, я занимаюсь херней. А как бы, кто из нас сегодня не занимается херней, позвольте вас спросить. Конечно, занимаюсь херней, как каждый уважающий себя мудак. Еще очень-очень много нехороших слов пишут в комментариях, которые я не могу сказать вслух, потому что меня будут ругать. Поэтому мы просто обойдемся. Ты и так, наверное, знаешь все эти слова. Ты знаешь эти слова? Ох, да. Я знаю все эти нехорошие слова. Меня тоже очень сильно ругают, если я их говорю вслух. Поэтому, да, я все понял, да. Вот такие вот дела. Угу.
Отлично, что ты знаешь все эти слова. И так мы перейдем к последнему нашему комментарию. Лайк, лайк. Поставь лайк, если ты не куришь. И давай посмотрим, сколько нас. Лайк, я не курю. Давайте посмотрим, сколько нас. Вот я. А сколько вас? Надеюсь, нас много. И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наше сегодняшнее выступление с Любомиром. Надеемся, что вам понравилось. Ставьте лайки или ставьте дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. И в следующем видео в этой студии на место Любомира мы посадим кого-нибудь другого. До новых встреч, друзья! Рад, что вам понравилось. А я тоже желаю вам, друзья, всего самого наилучшего. Успехов вам во всем. Задавайте больше вопросов. И я думаю, что мы вместе с вами создадим отличнейшую атмосферу и угар. Подписывайтесь на канал. Все будет круто. До новых встреч!